Друзья мои, у нас Realme C21, и тут блокировка стоит. Для этого мы идем в экстренный вызов. Здесь набираем звездочкой решетка 812 решетка. У нас появляется эмулятор телефона, только он на китайском языке. Но ничего страшного, тут интуитивно можно, ну, все понятно, можно язык поменять, можно делать так, как я вам сейчас подскажу. Заходим вот сюда. Да, прошу прощения, подождите. Вот сюда заходим. А вторая строка снизу вот сюда. И кликаем сюда раза 7-8 вот до этой надписи, что вы стали разработчиком. Обычно 7-8 раз медленно тикаем. Идем назад. Так, еще раз назад. Заходим вот сюда. И здесь заходим. Вот сюда. А, нет. Так, вот сюда. Сейчас. Секунду. Вот это OTG включаем на всякий случай. Так. Сейчас я найду эту вкладку. Какой же он был у нас? А, вот. Вот этот пункт. И здесь включаем вот этот ОМ, если у вас не включен. И откладку по USB тоже ставим галочку. Он у нас внизу. Так, с надписью USB должен быть. Вот он, откладка по USB. После этого выходим и делаем сброс. Делаем сброс. Так. Сейчас, секунду. Где же он у нас был? А, он там же, в дополнительных настройках. Здесь, внизу. Так. Так, секунду. Какой же пункт был? Да, вот здесь внизу. Вот сюда кликаем. И вот этот пункт. Да. Еще раз да. И у нас идет сброс. На этом все, друзья. Thank you.
Ну вот, после загрузки выбираем язык и просто проходим авторизацию.